Сейчас я вам покажу, как на Blackview A80 Pro войти в режим Recovery. Нужно нажать и удерживать кнопку питания для начала. Затем нажать на кнопку выключить и ОК. И подождать, пока телефон вырубится. Затем, после того, как он же реально полностью вырубится, нам нужно будет одновременно зажать и удерживать две кнопки, а именно кнопку питания и увеличение громкости. Давайте будем их удерживать. Отлично, мы попали в boot mode. Теперь нажимаем на кнопку увеличения громкости для того, чтобы направить стрелочку на надпись Recovery. И когда она будет направлена на надпись Recovery, нажимаем на кнопку уменьшения громкости и ждем, пока телефон не покажет нам зелененького андроидика. Отлично. Мы попали в меню команды нет. Теперь нажимаем и удерживаем кнопку питания. Видите, кнопка питания, если что, это кнопка блокировки. Нужно нажать на эту кнопку сейчас и удерживать. Затем нажать на кнопку увеличения громкости и отпустить. Теперь спускаемся вниз с помощью кнопки уменьшения громкости и нажимаем кнопку питания на Vibe Data. И еще раз спускаемся вниз и нажимаем Yes, если вы хотите там сброситься через Recovery, я не знаю. Мне не нужно, если вы хотите, короче, ну, то есть принцип понятен, да? Мы сейчас в Recovery, для перемещения используем кнопки увеличения и уменьшения, а для выбора кнопку питания. Так можно, как я уже показывал, сбросить все настройки, очистить кэш, перепрошить телефон, я не знаю, запустить тест графики, тест геолокации, выключить просто телефон, либо же перезагрузить его в нормальном режиме через Reboot System Now. Нажимаем на кнопку питания, и наш телефон перезагрузится. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!